меня в голове опилки. Меня взяло? Нет, на обоих, пожалуй, не хватит. А по мне так не стоит катить на своего драгдилера. Ты никуда не торопишься? Блин, мне ж надо на работу. Как я теперь за руль-то сяду? Я не понимаю, я правда не понимаю. 35-летний мужик боится какого-то грома. Не боюсь, я просто... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Спасите, помогите! Давай. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Открывай! Поздравляю с днем рождения и желаю счастья в личной жизни. Это что такое? Это подходящая компания. А подходящая компания — это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Почему такой бардак? Что это за девицы? По-моему, пчелы. А это что? Мед. Кто-то нагадил мне на пол. Там в углу свежая куча. От этих пчел всего можно ждать. У меня на полу д***. Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам? Это чья хижина? Я порежу каждого, кто не откупится. Гоните деньги. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, да, то дыра — это нора. А, это новая кассирша. Не знаю имени. Вроде ничего. Привет, кролик. Ой, выходит, то есть входит. И выходит, и входит. Боже. Ой-ой. Как хорошо. Извини. Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем никогда и не подумали так высоко строить дом. Ой, мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему.